Всем привет, всем привет! Ролюша Мэгги, с вами Шамега, и сегодня поиграем в игру под названием Swords and Souls Never Seen. Что в переводе означает мечи и души, когда не видевший. Так, ладно, создаем нового персонажа. Ну, мы знаем все, как меня зовут, Как тебя зовут? О. Сейчас, что-нибудь подберем. О-ха-ха, хорош. Мне нравится, да. Эй, земля! Эй, там земля! Это не Мерсин! Эй, помедленнее! Осторожно! Ну вот, приплыли, ёпти. А Неверсин это типа, это... Что за кошмар? Есть кто живой? Эй, просыпайтесь! Очередной никчемный авантюрист, ну, добро пожаловать на Неверсин. А я сэр Марионат, но вы можете называть меня сэр Марионат. Эй, с кораблекрушением в гавани покончено, сделаем что-нибудь полезное. Прямо за воротами у нас завелись какие-то вредители, избавьтесь от них. Никаких вопросов. Карта мира, так. Какие-то вредители, окей. А движение-то какое? Бой. Какие-то вредители. Видимо, ничего полезного. Без паники, скоро вы научитесь крутым приемом, если повезет. А, пошаговая херня, что ли? А я не могу, я не управляю вообще, типа, да, персом? А, все понял. Так. Комарище. А, прикольно. Сэр Марианна, нет, что хочет мне сказать. Проиграть комару. Зато крот повержу. Ладно, вам нужно серьезно потренироваться, идем. Так, обратно. Так, что там? Простите, тут стоило бы прибраться. Возьмите духат и отремонтируйте обучение, больше не пою. Бейте по яблокам, сад. Довольно, теперь вы стали сильнее. Да, можно выйти. Буль-буль-буль. Особый, зависит от типа оружия. Восстановление 9 ходов. Ну. Вы только взгляните, уже учится. Ну-ка, не забывайтесь. Теперь, чтобы учиться эффективнее, нужно улучшить наш лагерь. Лучше лагерь, окей. А сколько мне нужно улучшать? Насколько? Так лучше не забывай, чем сильнее улучшить лагерь, тем быстрее будете учиться! Пришло время поработать над вашей кошмарной обороной. Защитку. От яблок нужно... А, все понял. Пимс. Блин. Хорош. Так, пожалуйста, хватит. Новый уровень, ага. Так. Лучший лагерь опять. А, ага. Повышение уровня дало вам очки характеристик. Давайте потратим их. Вся на ближний бой! 10 очков. Хорошо, пришло время подобрать оружие. Так. Ага. Кузнец. Ну давай, кузнец. Новичок. Пульк. Хорош. Наденьте одно из них прямо сейчас. Интарище. Ага. Так, назад. Ну, конечно, вы выберете весло. Опять эти изощренные игры. Так, хорошо, пора отомстить этому комару, ага. Погнали. А, теперь я могу управлять, типа, этим или нет? Или опять, а, или я что-то могу... А, нет, ничего не могу сделать.
А что такое Ку? Осторожно, он опасен. Нажми, чтобы заблокировать атаку и... А что такое Ку? Ой. Гиперудар типа мне был, да? Ой, точнее у меня был. Победа! Ух ты, вам правда удалось? Я поздравляю! Это было почти непозорно. О, сундучара. Че в сундуке? Бабусики? Хорошо. Ой, 215. Так, что ж, теперь все в ваших руках. Наверсин полностью открыт перед вами. Возвращайтесь в лагерь, когда вам в очередной раз наваляют. Но осторожнее там. Город душ. Так, а тут что? Таверну. Здорово, что надо? Мне так скучно. О, наконец-то вы здесь. Вы должны мне помочь. Ужасная ведьма забрала мою шмыгает носом. Шмыгает носом. Мою Венди. Мою восхитителю Венди. Вот дура. Да, хорошо. Блестящий камень. Угу. Так, а мы можем, короче, это, да? Я могу уйти отсюда. Что здесь за монетки такие? А, я могу что-то улучшить, типа? Ой, стопэ. Блин, не собрал одну монетку. Ай-и-и-и! Твою мать! А что это надо делать? Я могу это остановить или нет? Блин! Твою мать. Все, ладно, я могу. А, подожди. Новый уровень. А, мне нужно на трешку, да? Чтоб побольше. Так. Что я могу улучшить? Что ли? Так, лучший лагерь. Так, пойдем еще в обучалку сходим. Ближний бой. В смысле? Да блин, да блин. Это нечестно. Так, давай еще раз. Твою мать. Ничего не получил я. Ой, еще новый уровень, погнали. Да? Или еще давай? Давай еще поиграем. А, давай еще, да, обучалку. Защиту. Мне защита понравилась больше. Да блин. Твою мать! Упырь.
Ага, так, давай еще раз защиту. Так. Да я просто, знаете, на звездочки отвлекаюсь. Я так подозреваю, что... Ай, твою мать. Блин. Еще разочек. Фак. Пропускаю, что-то я как-то какой-то лошара, да? Так, 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 давай, 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 на рекордище. Твою мать. Только шестой уровень я могу сделать, да? Плохо. Блин! Не, в принципе, нормально. Я справляюсь пока. Я хорош. Твою мать! Ну ладно. Хорош. Сложность плюс. Это что значит? Это ближний бой. Твою мать! Так, не, я знаю, что я хорош, отстаньте. Твою мать, твою мать, твою мать, твою Ай-я, покарая! Вот лошара, да? Чего? Ближний бой вообще типа я лох. Че, и уровень даже не забил. Все, короче, погнали отсюда, погнали в этот. Карта мира, погнали, что там. О, а, глава 1 у нас же, смотри, у нас же, у нас же, у нас же, у нас же. Так, и чего тут у нас? Блестящий камень, нужно до него типа добраться. А, ну я понял, ну хорошо. Внезапная засада. Засуда. Опа. Хорош. Что такое Ку? Что такое Ку? Я же на левую кнопку нажал, нет? Или тут такое не работает, типа, да? Сунчела. О, какая-то хрень. Земи сделаны из раковин. Ага, новое снаряжение. Так, а как делать? Продолжить. Погнали. А я уже одел на себя эту хрень или нет? Подожди. Внимание, важное сообщение. Если блокируешь атаку в последний момент, то совершишь контратаку. Выжидайте подойдущий момент. Да ёптель. А почему не работает-то? Может быть на ку... А, на левую кнопку, а я на правую нажимаю. Я дурак, я знаю. Контратаку. О, вообще по красоте. Я дурак, да, я забыл, что это. Ребят, извиняйте, что налево, но не направо. Я почему-то направо решил. Ну, потому что, знаешь, во всех играх там направо, типа, блока на...
А на эту ни направо, ни набро. Ни, короче, ты понял, да? Так, подожди, а мне можно О, подожди. Я могу это одеть? А, могу. У меня есть еще лук. Ага. А, зависит от типа восстановления. Что? Ёптель. Блин, ну ладно. Так, чё, погнали? Куда мы погнали? Куда я пошел? Бой. Гоблины-разведчики? Ну давай, гоблин-разведчик. Покажи, на что ты способен. Тут, короче, по этому, по-разному, видишь? Две атаки сразу. Я же нажал. А, на одно. Типа, не понял. Не так оно не действует, типа, да? Блин, надо успевать закликать. Защита только, видишь, один раз, короче. Ну, типа, не один раз, а... Ее нельзя, короче, постоянно, типа, нажимать. Я понял. Что там? Руки-ноги? Руки-ноги у меня появились. Невозможно. Так, руки-ноги, да? Руки-ноги. Так. Здесь что, трудно? Давай к холмам тогда. Раз трудно там. Эй, слушайте сюда, когда во время критического удара увидите восклицательный знак, жмите, чтобы нанести суперкритический удар. Он нанесет нереальный урон. Как это сделать? А, два раза я теперь могу в защите стоять, понял. Комарища, один штук. А что это такое? Я что-то забыл прочитать. Ну ладно. Крутяро. Ай-яй-яй. Тут 4 атаки, да? На-на. Но, блин, кротат мог бы забить. Что-то мне кажется, я здесь проиграю. Что это дает мне? А почему не прошла это? А, я проиграл, да, прикольно. Пойдем в обучалку. Да, обучение, пошли. А, значит, нет, назад. Стоп. А, улучшить, а вот тут, подожди, что я могу сделать? А, за одну серебренькую оружие, ага, давай. Сюда. Так, лагерь можно улучшить. Давай улучшаем лагерь. Так, да, нужно на удар сделать. Твою мать! Чё с атакой? Хорош! Толчок, новое умение, оглушает врага на 3 хода, хорошо. Да ладно! Так, давай тогда в защите еще постоим немножко. Thank you.
твою мать, я подумал, это эти. Я лошара. Я подумал, что это... Да, на мозг, короче, давит немного. Но это я просто лошара, вы же знаете. Твою мать, опять я забыл про это, зараза какая, а? Да ладно, так мало. Дальний бол, да, дальний бол. Так, давай еще раз это поударяем. Блин. Нах, тяжело. Ну давай, да, отлично, два новых уровня. Так, характеристики. В атаку или в здоровье? Давай в здоровье уж. Все, хорош, погнали. Надеюсь... подожди, не погнали, инвентарь. 153, 383, 651. Ну-ка, давай-ка сейчас проверим. Так, значит, у нас левый клик. Вы это что у нас? Нанна. 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 Ах ты. Я нажимал. Да блин, контратаку не провел, собака. А, и не успел, да? Ну ладно, мы его убили. Мы молодцы. Победа, да, отлично. А, шлем второго уровня, хорошо. Риц и Сия, всяческие копия. Давай сюда. А, нужно было шлем одеть, тупанул. Гоблин, убери, умри. Опа. Блин! Ау! Ау! Хорош. О, двоих покоцал, нормас. Так. На-на, хорош. Победа, так, что у нас там? Какие-то колодки. Плечи фигичи. Так, теперь туда можно, в принципе, окунуться, да? Так. Лук, но лук не лук. Не лук, пойдем туда. Так, двое, да? Я же нажал на... А что это делать, я забыл.
Опа-на. Духоты или жизнь? Духоты или жизнь? Как хотите. Ой. Опа, нихера, нам больше наносит. Опа, нихера. Она еще и восстанавливает убийство, типа. Ох ты собака, тварь. Тихо, мне нужно на В нажать успеть. Ну, это позор, конечно, да. Это, конечно, позорно. Не могу. Колдунство, дальняя ловкость. Кстати, такое, уклоняетесь от атак. Блин. Да ёпть! А это что нужно делать? Понял. Твою мать! Ты! Да иди нахер! Не, прикольная игру, мне нравится. Можно по... Это, бля! Позависать немного. Давай, ёп! Беси. Да, блин. Блин. А, бесяка какая, а? Просто какая-то жесть. Так, что мне еще можно? Уже два серебра и... Ну давай еще раз. Семнадцать секунд надо продержаться. Блин, заработать комбо. Блин, улучшить характеристику 0 из 4. Оп. Да блин, забыл. Дерево заданий заполнено. А, я все задания типа сделал, да? Я молодец, сложность плюс.
Так мало. О, хорош. Не получил уровень. Так, что, защитку еще немножко? Не, защитка мне нравится, защитка хорошо. Атака вообще не могу атаку. Атаку делать. Получите 20 звезд. Сейчас получу. Ой, забыл. Да ёп! Так, еще 3 звезды надо получить. Хорош. Без ошибок 20 секунд. Продержался, да? Заработать комбо? Не, не, уже не могу, все. Хорош, со мной. Хватит со мной. Схватит с меня. Ножка, да? Так, а ближний бой, что там нужно заработать комбо? Нет, тяжело, подожди. Восемнадцать звезд. Блин! Без ошибок. Да, лошарик, лошарик в попе шарик. Ой, еще и новый уровень, хорошо. Все, так, погнали. У нас, значит, есть что, ловкость. Это что-то делает здоровье, восстановление уклонения, шанс критический удар. Защита, атака. Так, давай защита. Вот так пока. О, что открыл? Что открылось? Музей? Что за музей? Здорово, братан. День добрый, добро пожаловать в музей. Меня зовут Ток, я хранитель истории невиданного, который пифал и в который приглашение был дебаф. Хотя в последнее время всегда довольно спокойно. Но теперь вы тут. Если надеетесь, что это особенно глупое, принесет достойное, да я ссссссс. Кассу.
А, это мое, типа, все. А, открыть кассу. Вложить ваша доля. А, я понял. Так, ну пока не будем. Так. Кузнец. Кузнец, кузнец. Так, ну пойдем, короче, попробуем этого гада убить. Теперь можете уклоняться от атак, нажимая правую. Уклониться в самый последний момент, чтобы контраковать. Не тратить его на слабые атаки. Ага, ага, духа-то, духа-то. Не, я же нажимал. Хорош. Хорош. Еще раз тресни ей по лбу и все. Ладно, хорошо. Оставь свои духа-то себе. Я просто пошутила. Ухожу. Что там у нас? Духа-то, что за духа-то? Что это такое? А, это хпшечка типа или что? Ага. Что за духа-то? Это что такое? Клевер. Любимая еда грибы. Это грибы, это грибы. Yeah. Три очка у меня есть. Толчок улучшает награду на 3 хода. Восстанавливает... Не, подожди, увеличит максимальное количество зарядов блока. Да, надо. 2 очка. А я не могу? Так. И вот так. Да, хорошо. Погнали туда. Очередная засада какая-то. Бой. А почему нельзя блокировать? Да блин! Щит. А блин, все закончилось. Хорош. А почему? А? Блин, блок нужно, чтобы восстановился. Я понял, у него удар такой, что я пропускаю, короче, дважды. Вот это плохо, конечно, собака-тварь. На-на! 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 А я хорош. Мне нужно лук, короче, сделать лук. Ну, в смысле, короче, ты понял, да? Щит-ноги. Так, 3-1-0. Непонятно. Это... Так, инвентариус. Так, туземка. Ну да, броня получше. Лук нужен, но... Ноль очков у меня пока. Так, ну пойдем сюда тогда. Так, сейчас мы должны, ну мы должны нормально отыграть. Он один? Я еще одноглазого солдата багряных. Иди ли такого? А, бестолковая дрянь. А! Сучка. На-на. На-на. Победа будет за нами. Клеверов, короче, насобирал. А подожди, а клевер я как могу сделать? Клевер, подожди. Мне нужно что-то открыть. В лагере, наверное, да? Вот этот, наверное, да? Нету, нет денег. Кажется, у вас новый ранг. Неплохо, шмыга. У вас нет никакого таланта, но вы хотя бы стараетесь. Блин, давай ловкость еще разочек. Да и забыл. Ой, ёптель, я не ожидал. Бля. Да ёпт.
Да иди ты нахер! Ты, а чё такой быстрый-то, слышь? Упырь. Да блин. Еле успел. Не, на самом деле все очень просто, но как бы нет. Твою мать! Иди нахер. Блин, очень мало ловкость прибавляет, да? То есть мне нужно забить вот это все полностью, чтобы было, типа, чтобы было серебро. Это жесть. Давай еще раз защитку. Что нам нужно сделать? А, характеристику. Да блин! Получить звезд. Не, сюрикены эти, короче, ну, типа, нормально. Да блин! Звезду одну надо получить. Эй! Мать. Хорош. Без ошибок нужно продержаться, да? Давай попробуем. Так, пока вроде нормально держусь. Ууу, суки! Быстро как пошло все, да? Да фак! Так, еще раз. Короче, последний раз и уходим отсюда. Уже надо биться с врагами. А, я на бронзу уже все выполнил, смотри. Да ладно. На бронзу все выполнено. А что это значит?
Да ну, ну блин. Ёпт. Да ёпт. Секунду без ошибок, ты шо, дуру, ты шо, дура? Давай. Да ну, бесишь, короче, забей. Атаку так и не получилось, короче, сделать. Да. Так, новый уровень, короче, погнали сюда. Так, значит, что мне нужно, что мне нужно, что мне нужно? Короче, вот так пока. А ну-ка взад. Так, давай-ка сюда идем. И все, у меня больше нет денег. А сколько я ему должен вложить еще могу? Кузнеца 795, понял. Либо... Угу. Так, ну погнали, что мы там не сделали? Вот этого? А, или мы там все сделали, или не сделали? Что-то я не помню уже нифига. Так, два гоблина. Урок стратегии. Выбирайте, какого врага атаковать, нажимая на его полоску здоровья. Так, также можно нажимать таб, чтобы переключаться между врагами. Сражайтесь с умом, всегда думать о том, кого нужно выбить первым. Ага. Урок закончен! Я же увернулся, бляха. Проныра гоблинов. Короче, на самом деле, с этого говна-то я как бы ничего и не имею, по идее, да? Ну, то есть, камон. Что за бред? О, одно очко. Ой, что это такое? Не знаю, что-то взял там, короче. Ай, блин. Нанна! Я же блок ставил. Thank you.
Так, контратак научились делать. Вроде, да? Но он не опасен, короче, проныр этот. Хорош. Вообще по красоте сыграть, да? Победа будет за нами. Так, давай продолжить. Кольцо охотника плюс к урону 2 дальнего боя. Так, иди сюда. Да? А почему я не могу? А, обучение. Обучение сколько стоит? Дальнего боя, да? Не хватает. Твою мэ. Музей. Так, бабосики, давай сюда. 4 монеты, да? Все, хватает, да? Так, теперь сюда... А, стоп. Значит, открыть кассу. Нет. Кузнец. А, нет. Ты. Дальний бой надо сделать. Стрелять по мишеням. Ай, фак. Так, а мне нужно без ошибок, главное, сделать. 17 секунд. Не, ну это легко, это, короче, самое легкое, потому что тут как бы, ну... Все, хорош. Опа-на! Ранг бронза. И так мало на бронзе прикалываешься, что ли ты?
Одно очко у меня еще. Колчан. Колчан, колчановский. Таве, смотрите, кто здесь. Могучий герой, воюющий с бандитами. Сейчас у меня нет работы, и меня можно нанять. Надеюсь, вы готовы тратить духа-то. Мой клинок недешево стоит. 900 она. Сейчас, подожди. Кузнец у меня что? Ага. Угу. Так, инвентарь, оружие. Шнапи, 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 шнапи. Так, ну пойдем к картам мира. Сколько я уже играю в эту игру? Уже, по-моему, очень много, да? Давай-ка я не знаю что. Ну, сейчас мы, короче, давайте закроем эту карту. Блин! А как тройку-то сделать? Я не понял, как тройку сделать? Ой, месье Крот большой. Ёпт. Месье Крот. До свидания. Так, продолжаем. 20 к здоровью. О, это прекрасно. 20% к здоровью, да ладно. Прикалываешь, что ли? В смысле? Плюс 20 здоровья к дальнему урону. Не, вот это. Вот это, да? Я же это два отдел. А, два отдел, да. Менее пока ничего нету, тут тоже ничего пока нет. Так, что, погнали туда тогда? Так. До свидуси. Блин, поздно нажал. Да блин, опять поздно нажал. Да блин, почему поздно нажимаю-то? А, спейс! Кстати, да? Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Так, третьего уровня какое-то говно нам дали. Так, стая забыта побережье, что там? Опа. Что надо делать? Рыбку ждать? А, мне, наверное, нужно удочку, короче, я понял. Да, рыбку ловить. Ой, зачем я сюда зашел? А, это тут что такое? Еще, подожди. 12. Ничего себе. А что этот гриб делает? Что-то делает, да? Новый уровень. Прекрасно. Так, подожди, открыть кассу.
Так, теперь сюда, кузнец. Ты открывал его? 101, ничего себе, 94. Ты прикалываешься? Чё так много-то? Чё так до хера-то, алё? Так, я хотел открыть вот это колдунство, да? Давай, что нужно сделать? Уничтожать мишени. А, ёптель. А как-то, подожди. А, блин, тут очень тяжелый этот. А почему нет? Да ёптель. Блин, очень... Да блин, ну бесит реально. Ну блин. Да как это? А? 6 звезд нужно получить. Тяжело с мышкой, ну то есть очень большой этот. Ну, а почему не съел звезду-то, алё? Сю-сю-сю. Все, надоело, короче, мне в колдунство в это играть. Дерево. До бронзы не дотянул, да. Да и пофиг. Ну и пофиг. А, 102 очка там было у меня вообще. Хорошо. Огненный шар какой-то там появился. Че я в таверне могу за 900 эту тёлку купить? А мне она надо? Че там? А, и у меня есть дом свой? Да ладно. Построить. А, ёптель. Смотри, как я уже в деньгах-то это обосрался. Так, ну ладно, погнали. А, я хотя могу ее нанять. А на сколько стоит? В день она стоит или не в день она стоит? Ну ладно, погнали, посмотрим, как там это. Докончим, докончим. Блин. Мало. Очень мало. А зачем я все потратил-то на этого? Ой, дурак. Я же могу... Твою мать. Фак, умираю, да. Помер я. Кусок говна, а. Да я неправильно, короче, выбрал. Еще раз.
Да блин! Вот так вот нужно делать было, ребятки, вот так вот, а не как-то там по-другому. Вот и все. Так, 4 монетки у меня появилось. Так, господи, ну как так много? Почему так много? Королевская стража. Да блин. Да ёб твою мать! Опять не успел. Да блин. Ё-моё! А, блин! Сучка, а! А я сдохну, да? Да, я сдохну. Так, еще раз, подожди. Да блин! Да блин, в контру надо уходить. Во! Отлично. Так. Ёп.
сучка! Да как его убить-то, ёпать? Пидармот. Ну это вообще нереально. Да не, ну это нереально, короче, бля. То есть... Ладно, давай не сюда тогда. Терявшиеся пни. А, или что у нас там? Подожди, сколько времени-то уже прошло? А, уже все, ребят, да. Наверное, на этом серию эту закончу. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шамыга. Всем счастливо, всем пока. Хорошая игра, кстати, мне понравилась, да. Все, всем покеда.